Продолжаем. Привет тебе, сестра. Слава о твоих подвигах гремит над лесом, и мы с надеждой ожидали тебя. Мы разгромили ржавых на равнине, но не можем выбить их из крепости. В цитадели собирается силами ужасное чудовище. Пока его не пускают в бой. Но когда оно окрепнет, ни дракон, ни воин не справится с этим монстром. Его нужно уничтожить как можно скорее. Я отправлюсь в крепость, и да свершится воля леса. Будь осторожна. На службе у синтетов предатель из лесного народа. Ползут темные слухи о его жутких опытах, но никто не знает точно, на что он способен. В крепости остался магазин. Там могли уцелеть мощные заклинания, которые пригодятся тебе в битве. Вот такая помощь герою. Ничего не дали. Сам типа покупай.
По этому рецепту я впоследствии сделаю артефакт. Серьезный противник, но не думаю, что он остановит меня.
Металл и ненависть породили этих тварей. Пока мне лучше держаться подальше от них. Подальше? Это не про нас. Тут прикол в том, что из соседних закутков прибегают к вам стражники.
Продолжение в следующей части.